Так, это чупа-чупс, так называемое шоколадное яйцо. Ну, не яйцо, конечно, из серии «Три кота». Сейчас скроем, посмотрим, что там за игрушка. Конечно, вскрывать буду не я, вскроют дети. А я уже покажу, что там внутри находилось. Три кота. Так, давайте открываем шоколадное яичко. Как называется? Чупа-чупс, шоколадное яичко, три кота. Так, в общем, что представляет из себя? Вскрыли мы упаковку с яйцом. Внутри бумажка с героями, которые имеются в фигурке. Лапочка, Гоня, Нудик, Коржик, Карамелька, Компот. Карамелька, Коржик и Компот. Мама и папа. А в самом Чупа-чупсе был следующий персонаж. Это у нас Коржик. Коржик, да. Посмотрите на него, красавелла, а не коржик, да? Красавелла, красавелла. Так, разворачиваем коржика. Хвост полосатый, кот рыжего цвета. Свитер у него голубенький. И имеется шапка на нем. Шляпа. Шляпа на коржике. Так. Упс. Остается еще собрать 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7 персонажей. 7 персонажей. Ладненько.